Друзья мои, друзья, что мне делать с этим? Из 8 баночек получилось вот столько. Вот что стоит по стеночке, это все из 8 посаженных семян. И вот такое поле. И вот уже начала их рассаживать. Но это же еще не все, девочки, мальчики. Вот тоже. Этот же сорт. Этот же сорт. И все полями. И все полями. Ля-ля-ля. И это все из 8 баночек. И в этих баночках опять поля. Девочки, что мне делать с этим? Девочки, и вот-то. И вот-то. Еще 4 банки. Подождите. Вот. Ну, плохо видно конденсат. В общем, скажите, что мне делать с этими банками. Ой, не знаю. Девочки, вот из этой банки я вчера рассаживала. Делала пожиже. Но кажется, у меня ничего не получилось. Я не знаю, девочки. Пишите ваше предложение. Это просто... пипец. Представляете, из 8 банок с семенами у меня получилось их, я не знаю даже сколько. Так, помимо этих банок, девочки, помимо этих семян рассаживать надо. У меня же еще куча других, которым тоже я нужна. Где взять еще одну меня? Где? Где взять еще одну меня? Кто мне скажет?